Всем привет! Ну, продолжим просмотр. Я думаю, по фотографии, может, что-то было непонятно. Это диорама из 6 механиков. Пит-стоп. Машинка, конечно, в набор не идет. Там будут фотографии уже в закрытой коробочке. Все механики. Ну, что здесь можно рассказать? Интересно, продуманы варианты самих фигурок, достоверные такие движения. Ну, еще можно даже некоторым фигуркам, вот, которые ничего не держат, вставить колесики, как будто они там колесики подкатывают. Ну, вот такая беда. А вот на вот этой стойке там такие шлангочки. Я думаю, что это воздух подается для того, чтобы вот этими механическими дрелями закручивать на колесах вот эти вот, как их там называют, стопори, гайки, что ли. Человечки, кстати, очень интересно сделаны. Есть еще для Феррари красного цвета комбинезоны и такие. Там еще есть какие-то наклеечки. Ну, я даже без понятия, куда их лепить, еще не разобрался. Сделаны они не пластик, не жесткий, что интересно. И сломать их как бы не удастся. Потому что они вот легко гнутся. Не знаю, что за материал. Может быть, это просто резина. Легко сгинаются ручки, подставки, ножки. Гнется, все встает и становится на свои места. Вот такие интересные механики. Можно делать такую диораму. Допустим, о, тут у нас этот, все развалилось. Вот. Что тут еще показать? Вот, гнуться легко, да? Вот сама фигурка посередине прям гнется. И очень легкий такой материал, податливый. А, это он с баллончиком типа заправляет горючим. Ну вот и сама машинка. Ну, судя по написанию на подставке машинки этой, это Porsche 956 Лиман, в 1984 году были вот такие состязания с такими автомобилями. Это 43-й масштаб, естественно. Моторчика тут никакого нету, просто вот колесики крутятся. Крутятся легко. Вроде бы как бы ничего не заедает. Сама модель. Ну, рассказать просто словами, не знаю, ну нельзя. Удивительная машинка, сделана классно. Так, кстати, вот этот дворничек, он сделан из металла и довольно прочный металл. Согнуть его очень сложно. Он тонкий, но очень крепкий металл, сделано как бы, так сказать, на совесть. Ну, продолжим просмотр дальнейших фотографий. Сделал я несколько фотографий. Смотрите и всем пока-пока.